позавчера заезжал на мойку, ну не знал, что такая грязь будет, слякоть. Вот, помыл машину и покрыл ее горячим воском. Ну, естественно, прям там же. На следующий день ездил по Москве, вот, и вечером поехал на дачу. То есть была уже слякоть, снег и так далее. Я просто к чему говорю, что смотрите, машина, в принципе, так и осталась чистая. Чуть не поскользнулся, блин, грязи по колено, вернее, снега. Вот, машина так и осталась чистая. Есть, конечно, немножечко где-то такая, типа грязной воды, разводы. Но в итоге все чисто. То есть горячий воск, видимо, все-таки работает. Но вообще все покрытия, которые должны защищать на кузов автомобиля от грязи, и от осадков и так далее, то есть они в принципе работают и, наверное, должны работать. Так что я не жалею, в принципе, истраченных денег. Воск свое дело делает. Спасибо.